мост строит прочнее? Каменщик, судостроитель или плотник, спрашиваешь? Да. Скажи, можешь гулять. Так хочешь узнать, а? Скажу. Сейчас скажу. Ну, не тяни, давай. Нет, не скажу. Давай, ты давай. Чё, брат? Прекратите от себя тяну. Ну не, ну в горле пересохло. Пересохло. Так сходи к Йогану. К кому? За водкой. К Йогану? К Йогану. А, так это мы быстро. Это мы сейчас. Это мы всегда, всегда. Йоган! Макеев! Да, да, Евдокия, на что? Опять настоящую водку разбивали. Да вы что, Евдокия Ивановна, это нужно, понившись. Как вы могли подумать? Ну да, чуть-чуть помянули. Кого? Ну кого-кого эту? Офелию. Лови. Чья-то могила, любезный? Ваша, сударь. Ты хотел сказать твоя? Я сказал то, что сказал. И давно ты могильщиком? Знаешь, я начал в тот самый день, когда был поставлен этот бездарный спектакль. Браво! Тщетно ждать успеха, зарыв истинный талант в могилу и поручив главную роль посредственности, только потому, что это посредственность сын главного режиссера. Браво! А может быть, эту роль вам дали за любовь к голубому цвету? Я тебя убью! Даже череп Юрика в ваших руках выглядит решительнее вашей постной физиономии! Я тебя все-таки убью! Браво! Занавес! Занавес! Уволены оба! Один момент. А это вам. Итак, ап. Спасибо, дамы и господа. Юноши и ребенки, на сегодня все. На сегодня все. Спасибо, спасибо. Это мне? Я не нищий. Подаяние не принимаю. Это не подаяние. Это аванс. Представляете? Так и говорит. Бим, это тебе. Тебе. Держи. Аванс. Аванс
За твой незаурядный талант, Бим. А что такое аванс, Бим? Аванс – это деньги, которые платят за еще невыполненную работу. Держи! А за какую невыполненную? Оп! Вуаля! Это тебе? Ух ты! Клоун Бим! Маленький клоун! Маленький клоун! Клоун. Украл? Что? Деньги. Что? А я разве когда-нибудь крал? Нет, я разве когда-нибудь крал? Крал. И что я украл? Ну, скажи. Мою жизнь. Нет, нет, ты не спорь, не спорь. Ну вот выслушай опытного человека. По большому счету, она права. В ее словах есть истина. Угу. Она выходила замуж за кого? За прекрасного, талантливого, молодого актера, в которого была влюблена вся женская половина нашего города. Угу. А с кем она теперь живет? Посмотри на себя. С уличным мимом. Женщины принадлежат тем мужчинам, которыми могут гордиться. О, а это кто? Это... Ну, Михи. Нет. Девушка, а как вас зовут? Агния. Агния? Агния, какое чудесное имя. А чье очарование? Слушай, Саня, возьми меня к себе на работу. Ну чё, ну охранником, посудомойкой, ну возьми. Я тебе из этого бара такой шикарный ресторан устрою. А потом построим новое здание со сценой. Будем играть там спектакли. Театр-ресторан! Театр-ресторан! Точно! Театр уж полон, ложи блещут. И зрители, зрители, садись быстрее, а садись, реклама, садись. Бигборды! Что хочешь, смотри. Леди и джентльмены! Нет, сеньоры и сеньориты! Леди и джентльмены! Ваши аплодисменты! Сегодня вы имеете честь присутствовать в единственном в мире театре-ресторане «Эльсинор». Мы представляем на ваш суд новую версию старой трагедии Шекспира. Гамлет! Устрицы, шампанское, коньяк по ходу пьесы. Администрация гарантирует. Ну как тебе? Талант. Талант, ты талант. Да, давай. Талант не может мыть посуду. Поэтому я тебя не возьму. Шуршит широкий плащ из золотистой ткани. Едва хрустит песок под красным каблучком. И маленький индус в лазоревом тюрбане несет тяжелый шлейф, расшитый серебром. Черт, Люся! Понаставили тут. Люся! Скорее, соседей зальем. Не кричи, Бим. Мама еще не пришла. А откуда она не пришла? Да не шуми же, Бим. Ночью же. Какой тебе Бим? Какой Бим? Я твой отец, слышишь? Слышу. Ну-ка, назови меня папой. Скажи, папа, папа. Папа. Хулиганы, что вы делаете? Прекратите немедленно, я сейчас милицию вызову. Ах,
Давай, Бим. Пусть. Всем, кто останется на этой земле, будет хорошо. Кто строит прочнее, чем каменщик, судостроитель и плотник, спрашиваешь? Виселичных дел мастер. Почему? Потому что его сооружения переживут всех постояльцев. Знаешь, Бим, вот пока горит эта сигарета, нам нужно ответить с тобой на вопрос. Быть или не быть? Бим! Бим! Мой Бим! Нелька! Нелька вернулась! Нелька вернулась! Нелька, Нелечка, ну, как ты? Хорошо. А почему у тебя галстук? Ты уезжаешь? Нет. То есть, да. В другой город. А в какой? В Атлантиду. А это далеко? Далеко-далеко. На дне вечности. Я люблю тебя, папа Бим. Ты несчастный клоун, правда? Нет. Я счастливый клоун. Я самый счастливый, потому что у меня есть ты. А можно мне забрать Бима? Конечно. Бери, он уже твой. Бери. Ну, пока. Я буду ждать, Нелька. Я тебе устрою настоящий праздник. Пока! Мы начинаем представление, дамы и господа! Мы начинаем представление! Вперед, паровозик! Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух! Поехали, 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 поехали! Дамы и господа! Леди и джентльмены! А сейчас, внимание! Несравненный! Не лучше ли с этой жизнью расстаться? Мальвина! Мальвина, где ты? Мальвина! Браво! Теперь пожертвуем на бизнес!
И давно ты могильщиком собственного таланта? Из всех дней в году я выбрал тот самый день, когда покойный король наш Гамлет одолел Фортинбраса. Не пришла. Что тебе нужно, Мефистофель? Душу мою пришел купить. Я хочу купить твой талант. Талант. Талант без души, что улей без пчеломатки. А душа не продается. А может, все-таки поторгуемся? Я хочу, чтобы ты помог мне в поисках одного человека. А ты его в розыск дай. Спасибо за совет. Вкусно. Если этот человек решил исчезнуть, то официальный розыск тут уже не поможет. У него очень надежные документы, он легко меняет внешность, он может уехать. Как же ты в таком случае собираешься его найти? Надо, чтобы ты превратился в него, Бим. Как это? Если ты научишься так же, как он, ходить, жестикулировать, говорить, смотреть, слушать, то постепенно ты начнешь так же, как он, думать и чувствовать. И тогда мы поймем, что побудило его исчезнуть и куда он исчез. Интересно. Ты сотни раз примерял на себя чужие маски, но делал это за гроши. А ты что, предлагаешь мне это сделать за миску супа? Ну почему же? А сколько дашь? Назови свою цену. Что говоришь, я должен буду делать? Стать другим человеком. Надолго? Ты не понял, Бим. Навсегда. Ну, мне надо подумать. Даю тебе минуту. Думай. Thank you.
Лимон? По рукам. Я должен буду делать? Стать другим человеком. Надолго? Не понял, Бин. Навсегда. А что это за горы? Анды, Кордильеры, Гималаи. Застывшее пространство, существующее с тех пор, как земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над бездною. Пойдем. А что? Я уже умер? Умер. Чтобы возродиться в новом образе. Это и есть мой новый образ? Да. Это альтер-эго, твое второе я. Альтер-эго, он что, еврей? А ты что, антисемит? Нет. Но если придется превращаться в еврея, надо будет делать обрезание. Что можешь сказать об этом человеке? Он амбициозен, сжатая пружина. Из тех, кто раз и навсегда обижен в детстве. Об этом? Лжив. Лжив настолько, что ни контактные линзы, ни приклеенная борода, ни парик не могут скрыть какого-то двуличия. С чего ты взял? Чувствую. Ну, а этот? А этот чего-то боится. А рядом с ним женщина. Женщина? Здесь она случайно попала в кадр. А в первых двух случаях фотографировала сама. То есть, по-твоему, на всех трех снимках один и тот же человек? Конечно.
Мрачный тип. Каждый раз, когда его вижу, холодок по спине пробегает. Зато не болтает лишнего. Не слышит ничего, как чурбан. Не советую дурно высказываться о нем в его присутствии. Он неплохо читает по губам. Для начала ты должен принять его оболочку. А для этого каждое его движение, каждый жест, каждую позу тебе предстоит повторить 1000, 10 000, а если понадобится, то и 1 000 000 раз. Из всех имеющихся материалов мне удалось вычленить 10 характерных для него поз, жестов, взглядов, интонаций, особенностей речи и непроизвольных реакций. Но на первых этапах нас будет интересовать форма. Чем точнее она будет соответствовать оригиналу, тем полнее в нее вольется содержание. Твой рост соответствует росту альтер-эго, есть что-то общее в чертах лица. Потом начнется заполнение матрицы его привычками, его оговорками, аксессуарами, запахами, одеждой. Слушай, а давно я здесь? Может быть, год, может быть, вечность. Время здесь так же неподвижно, как эти горы. И что, я сильно изменился? Это не главное. Главное — постигнуть мир его умом. Увидеть его глазами. А когда постигну? Ты его найдешь. А ты его убьешь, да? Это уже не важно. Гораздо интереснее тот факт, что ты свою буковку «У» продал за 1 000 000 долларов. Это как это? Ты был клоуном, а станешь клоном. Пора привыкнуть к тому, что ты и он одно целое. Со временем твое второе «я» перестанет быть вторым, и у тебя появится имя. Это когда же? Не раньше, чем твоя сущность станет ему соответствовать.
уверен в том, что это они. Несколько дней никуда не выезжай. Постарайся развить в своем воображении моменты, зафиксированные на снимках. Выбери наиболее приятные из них. Представь себе атмосферу, где это было, в какое время года. Море. Плещут волны, кричат чайки. Что ты чувствуешь? Запах. Запах женщины. Она такая живая и теплая, словно часть меня самого. Она сливается с небом, превращается в абстрактное пространство. Мне страшно, меня хотят убить. Просыпаемся на счет три. Раз, два, три. Успокойся, все в порядке. Как она выглядела? Кто? Женщина, которую ты видел во сне. Мне что-то снилось? Ты кричал и метался, значит, снилось? Не помню. Ничего не помню. Нога болит. Не знаешь, у него болела нога? Господи, как просто! Как все просто! Просто же все! А? Ой, ты моя ноженька! Ой, ты ноженька моя! Ой, я бедный несчастный! О чем ты думаешь? Рядом с таким человеком обязательно должно быть зависимое существо. Бывшая проститутка или неудачливая актриса. Возможно, даже она когда-то любила его. Но он задавил мне все чувства. У тебя есть основания для таких выводов? Ну а разве я не подражаю ему день ото дня? Не пытаюсь залезть во все его чувства? Итак, cherchez la femme. Вот именно. Ты думаешь, это кратчайший путь к нему? Я считаю, что это единственный путь к нему. Вышел подышать, Виктор. Это вы мне? Не признал. А я тебя сразу срисовал. Хоть ты и рожу сменил. Погодите, вы меня с кем-то путаете? Да ты у меня как бельмо перед глазами. Уже несколько лет. Да нет же, я вам сейчас все объясню. Что ты объяснишь? Как ты братву сдал, с людьми не поделился, а? 10 лимонов зажал. Давайте договоримся. Я вам заплачу. Да, заплатишь, Виктор. Заплатишь. За всех заплатишь.
А нечаянно. Это не я его убил. Это он сам. Сам. Расслабься. Что с тобой происходит? Ничего. Я же вижу. Ты не заболел? Нет, все в порядке. Можем начинать. Ты засыпаешь, твои веки тяжелеют, ты уходишь в мир грез. Постарайся представить это место и эту женщину. Я опять в этом городе. В странном городе, у моря. Опиши мне его. Узкие, словно выдолбленные в гигантском утесе улочки, крутые лестницы, сонный город, похожий на досократовские Афины. Надо же, ты был в досократовских Афинах? Ветхие домишки торчат из уступов, как ласточкины гнезда. Говори только о том, что видишь. Вижу. Маяк. В каждом портовом городе есть маяк. Называй что-нибудь конкретное. Чайки. Чайки кричат. Слышу. Я в объятиях женщины. Той самой. Хватит. Хватит сочинять небылицы, Гомер. Тебе нужна женщина, я вызову проститутку. За твой счет. Мне нужна эта женщина. Опять. Она шла по пирсу, как гриновская соль. И звала. Как я давно тебя не видела. Виктор. Виктор? Ты запомнил, как она выглядела? Как ее звали? Ее звали Агния. У нее были черные волосы и черные глаза. Странно. Я ведь никогда не помню свои сны. Я не погружал тебя в сон. А как это? Если бы ты был под гипнозом, ты бы уже ничего не помнил. А что ж тогда? Тебя начинают оживать его воспоминания. Ты видел труп? Мы уезжаем. Это не ты его убил. Это я. Виктор. Прощай, Бим.
Послушайте, девушка, которая только что сюда вошла, она... Сейчас. Да ладно, не нужно, вон телефон. Алло. Кто это? Почему ты убежал от меня, Агния? Значит, это был ты. Где ты? Внизу, в вестибюле. Ты с ума сошел? Уходи немедленно, за тобой следят. А где мы встретимся? На нашем месте. У Катарины. Я буду ждать тебя каждый день. С 11 до 2. А... Эй, откройте, пожалуйста. Очень вас прошу, пожалуйста, откройте. У вас есть запасной выход? Есть. Где? Там. Спасибо. Спасибо. Здесь запасной выход. Да, спасибо. Туда. Вас Бог не забудет. От кого бегаешь, клоун? От себя ты уже убежал, а от меня не убежишь. Узнал кого-нибудь? Нет. Лжешь? А ты спроси у глухонемого. Что делал в гостинице? В какой гостинице? Не валяй дурака. Я не помню. Я что, был в гостинице? Позвать Авеля, чтобы напомнил? Кому? Мне или ему? Виктору? Может быть, это он был в гостинице? Меня мучает бессонница, когда он спит. Он не хочет есть, когда я голоден. Он не пьет, когда меня мучает жажда. Крадет мои мысли. Кого-то меня превратил, дьявол. Ай. Скоро все кончится. Когда? Когда? Когда я сойду с ума от этого раздвоения? Одна таблетка поможет тебе спать 8 часов без сновидений. Не лезь ко мне в душу. Хотя она мне уже и не принадлежит.
Неужели до Санта-Катарины 1000 шагов? 1, 2, 3... 996, 7, 8, 9. Смотри. Знаешь, Авель, будешь за мной следить, пожалуюсь твоему брату, Каину. Зачем мы сюда приехали? Тебя ждет клоун. На Санта-Катарине, как договорились, он теперь твой Виктор. Нет, я не могу. Пощади меня. Ты нашел меня, Бим. Ты кто? Альтер-эго. Твое второе я. Ты жив? Уже нет. Ты разобрал меня по кусочкам. По словам, по мыслям. От меня ничего не осталось. Я пустая оболочка. Как этот застрявший на мели корабль. Но если... Если я тебя нет, то я... то мое существование становится бессмысленным. Ну а чего же? Ты заживешь настоящей, полнокровной жизнью, станешь обладать моей женщиной, и на тебя будут охотиться, как на зверя. А кто? Скоро узнаешь. Ведь теперь я — это ты. Я —
это ты. Это ты. Как долго я тебя ждала. И маленький индус в лазоревом тюрбане несет тяжелый шлейф. Это ты. Ты совсем не изменился. И над тобой время не властно. Все тот же запах, знакомый до боли. Ты обещал вернуться в апреле. Я поселилась в гостинице и живу уже там третий месяц. Каждый день прихожу сюда, на наше место, и все жду, когда на горизонте появятся алые паруса. Помнишь, как я нес тебя на руках по пляжу? Как же я могла такое забыть? Кажется, мы здесь немножко моложе, правда? Фауст продал душу Мефистофелю за то, чтобы вернуть молодость. Но, как известно, у него ни черта не получилось. А если мы отдадим им деньги? Они оставят тебя в покое? Отдать деньги? После того, что с нами было? Для меня они не дороже твоей жизни. На тебя пялится какой-то странный тип. Нет, это он на тебя пялится. Ба, какие люди! Мое почтение, Виктор Романович. С воскресеньем вас. Вы ошибаетесь, сегодня пятница. Никак нет, мадам. Сам, лично, тело вашего кавалера в скорбное место сопровождал. Сам лично урну с его прахом забирался. А вот теперь имею возможность видеть живым-с. Вы что, псих? Знаете, память меня на лица, не извольте сомневаться. Хотя, конечно, над вашим лицом очень тщательно поработали. Да. Слушайте, да кто вы такой, черт побери? Детектив Портнов, с вашего позволения, по делу о поджоге вашей дачки. Но, слава богу, все обошлось благополучно. Пошел вон. Надеетесь на новые документики? Или на измененный фейс лица? Напрасно. Если захотите пообщаться, улица Франкенштейна, 17. Я там уголок снимаю. Заходите, Виктор Романович. Мадам, вы просто очаровательны. Боже, какой ужас. Да просто сумасшедший алкаш. Ты иди первая, не жди меня.
Поброди по городу и возвращайся в гостиницу, хорошо? Она узнала тебя? Еще бы. Бросилась ко мне на шею. Мы так давно не виделись, что… Лирику оставь при себе. А ты знаешь, мы, наверное, поженимся. А тебя пригласим посаженным отцом. Ты узнал что-нибудь о Викторе? Ребята, но ведь Виктор, это ж я. Хватит. До города подбросишь?
Портнов? Вы чего это, а? А я вас ждал, Виктор Романович. Нет, что вы, я не тот, за кого вы меня принимаете. Вы мне... На пол. Нам надо поговорить. Руки за голову. Выслушайте вы меня. Я даю вам одну минуту. Тише, тише, тише. Только не кричите. Это ты? Извините, что напугал вас. Но не стучаться же было. Ты как, ты зачем? А вы вообще не хотите узнать, кто я? Я знаю. Вот как. Тогда я очень хочу узнать, кто вы, мадам. Не понимаю. Мне очень хочется досмотреть этот спектакль до конца. Только в действии появился труп. Что? Пьеса такого оборота событий не предусматривала. Чей труп? К вашему сожалению, совсем не тот, который вы намечали. Кажется, мы действительно заигрались. Убирайся. Я закричу. Но это вряд ли. Администрация гостиницы вызовет охрану, и вам придется отвечать за соучастие в убийстве. В убийстве Авеля. Авеля? Только мы вдвоем знали, что Портнов живет на Франкенштейна 17. Тот, кому вы позвонили после нашей встречи, послал туда убийцу. Но убийца стал жертвой. Чего ты хочешь? Для начала я хочу знать, как вас зовут. Агния. Это имя дал вам я. Мне оно понравилось. Я не хочу менять его. Вас не существует. Я вас выдумал. Спасибо. Теперь я существую. Нет. Я носил вас на руках, но только в моем сне. А там, в кафе, вы вспоминали то, чего не было. Ты ошибаешься, Виктор. Это все было. Я все помню. Мы катались с тобой на яхте. Потом сидели в гроте. Потом пили красное тягучее вино Бастардо, от которого наши губы слипались при поцелуе. А потом мы пошли на Санта-Катарину. Мы брели по самой кромке берега, и волны ласкали наши ноги.
Я очень устала и сказала тебе об этом. А ты вдруг подхватил меня на руки и понес. Я сказала, что до Катарины осталось, наверное, 1000 шагов. А ты сказал, что пронесешь меня через всю жизнь. Тогда я крепко обняла тебя за шею, и именно в этот момент я поняла, что я частичка тебя. Что я никогда не брошу тебя, что бы ни произошло. Там на берегу лежала перевернутая Шаланда с номером 666, который читался как 999. От нее ты начал считать вслух. 839, 840. 841. Когда мы дошли до Санта-Катарины, была 1000. 1000? Проверим. Я проверял. А потом ты исчез на 5 лет. И вернулся совсем другим человеком. Холодным, жестоким. И вот 3 дня назад на набережной я встречаю того самого Виктора, которого я любила. Та же походка, тот же взгляд, те же привычки. И я почувствовала, что еще не поздно. Что? Не поздно начать все сначала. Но я же другой, я не тот, ты же знаешь, Мы оба живем другими жизнями. Но, быть может, они лучше и счастливее наших прежних. Почему бы не использовать этот шанс? Подожди. А как тебя звали? В другой жизни? Катериной. Какая разница? Мир таков, каким мы его себе представляем. Чайка. Константин Гаврилович убил. Наследие плоть. Как такой развязки не жаждать? Умереть. Уснуть. Уснуть и видеть сны. Быть может. Ай, ну понятно. Какой жаждешь развязки? Что у тебя случилось? Кошмары извели. Смерти ты моей хочешь, дьявол. Нельзя ли о кошмарах подробнее? Можно! Когда бы он сам мог дать себе расчет простым кинжалом? Кто бы согласился, кряхтя под ножей жизненной, плестись? Когда бы неизвестность после смерти? Боязнь... Ты по морде еще хочешь? Спаси меня. Я тебя прошу, спаси. Они за мной придут. Придет. Солдаты Фортинбраса. Один уже пытался меня убить. У него был синий паук. В синей паутине прямо на шее. А остальные идут по следу. Мы сидели с Офелией в Эльсиноре. И меня опознал детектив. А на кой черт ты сдался детективу? Я украл 50 миллионов долларов. Thank you.
А ты бы столько не унес, клоун. А я ничего и не уносил. Меня там вообще не было. То есть? Достаточно было узнать систему сигнализации, коды замков хранилищ и подобрать дружный коллектив бывалых ребят. 5 минут работы, 5 трупов охранников. И неважно, что на завтра всех грабителей накрыли, 50 миллионов долларов лежали у меня в сейфе. После такого крупного дела всех работников банка просеяли бы через мелкое ситечко. Конечно. Фокус в том и состоял, что я был вне штата, а значит, вне подозрений. Если бы мои пальчики попали в картотеку, меня бы давно вычислили. Какой бы облик я ни принял. А каким же образом ты оказался вне штата? А это очень простая история. Некоторым крупным предприятиям требуются специалисты самого разнообразного профиля. Например, инструктор по фитнесу. Или нет, психолог. Для работы с персоналом, измученным непосильным трудом. Этот человек погружает в гипнотический сон сотрудника, владеющего банковским секретом. А потом спрашивает его, сколько денег в банке, когда происходит инкассация, сколько охранников находится в банке ночью. Когда тот пробуждается, он ничего не помнит, не правда ли? Кто тебе все это рассказал? Тот, кого ты меня превратил, кто зажил во мне своей собственной жизнью. Крыса! Крыса! Черт, нет, показалось, а? На чем я остановился-то? На том, что ты сдал банду. Да. То есть нет. Я сказал, что их арестовали. Впрочем, ты угадал. Угадал! Ну дальше, дальше. А дальше? Дальше началась шикарная жизнь. Казино, карты, девочки, квартира, машина, острова, яхты и даже своя фирма. Пока двое приговоренных пятнашки не откинулись раньше срока и не явились за своей долей. 2 покушения. Первое. Стреляют в окно моей квартиры прямо из гранатомета. Пум! Второе. Огромный самосвал сбрасывает мой Мерседес прямо в пропасть. Третьего я дожидаться не стал. Я организовал его сам. Я сжег свою дачу, незадолго до этого поселив туда бомжа, подарив ему свой пиджак и паспорт. Какие это были торжественные похороны! Любовницы, убитая горем жена, 20 скорбящих друзей. А я уехал, изменил внешность, пластический хирург не оставил от прежнего Виктора и следа. И только один человек. Полоний. Он вычислил меня и нашел. Несмотря на новые документы, фамилию, имя, отчество. И какую фамилию ты себе выбрал? Гонзага! Его жена Баптиста. Вы сейчас увидите, что это подлая история, но не все ли равно? Вашего величества и нас, у которых душа чиста, это не коса... Ну что? Гамлет из Коцапетовки. Улетучился пьяный бред. Забавно, не правда ли? Потрачено так много средств, сил и времени на то, чтобы я постиг тайну альтер-эго. И вот теперь, когда чудесное превращение состоялось, я вместо обещанных денег подвергаюсь экзекуции. А мои видения расцениваются как бред. Хочешь мне сказать, что все, что ты здесь сейчас наплел, увидел сегодня ночью? Кто? Виктор. Бандит, трус и предатель. А не тот несчастный, пропавший без вести. Не быть найденным, а исчезнуть, раствориться, утонуть в лете. Вот о чем он мечтает. А мы его ищем зачем?
чтобы найти ворованные деньги? Или отдать на съедение преданным друзьям? Не твое дело. Я спросил, чтобы знать, когда его найду. А куда его сдавать-то, в милицию или обиженным вкладчикам? А ты сначала найди. Мне нужно уехать. Да. Срочно. Встретимся, где договорились. Хорошо, хорошо. Клоуна и деньги возьми с собой. А сейчас мы увидим, как убийца снискивает любовь Гонзаговой жены. Что это за место? Люди называют его Вратами Ада. Здесь нас никто не найдет. С трех сторон непроходимые скалы, а морской путь в стороне. Какой-то несговорчивый клоун. Уж я тебя и предупреждал, и по морде бил. Все не впрок. Садись, садись. В ногах правды нет. Хоть правды нет и выше. Девочка, всегда тебе верил. Ну, что прикажешь с тобой делать? Самое время рассчитаться по договору. Вы что, о чем-то договаривались? Договаривались. Что я найду человека с фотографией. За $1 000 000.
и что, ты нашел его? Позвольте представить. Виктор Романович Гольц, грабитель и убийца. 5 лет назад он ограбил банк и забрал себе 50 миллионов долларов. Сдал полиции всех своих подельников. Они приговорили его к смертной казни. Он скрылся, поменял внешность, изменил документы, адреса. Но смерть преследовала его по пятам. И вот тогда ему в голову пришла замечательная идея. Создать себе подобного. Прежнего Виктора. Вот тут и появился Мим. Уставший тянуть лямку несчастной судьбы. Отличный кандидат в покойники, кстати. Только небольшая ошибка. Почему? Сделать из тебя покойника никогда не поздно. Там, на паперти. Я научился читать людей с листа. По первому впечатлению. Это твое альтер-эго я лепил с тебя. Неуверенность, скрытность, желание быть одному. Вот что вас сближало и делало одним целым. Я придумал этот приморский город, и ты тут же привез меня сюда. Я заговорил о женщине. Ты включаешь в игру ее. Но я ничего не знала об убийстве. Да разумеется, потому что это была другая пьеса. Раз королю не нравятся спектакли, то значит, он не любит их, не так ли? Бросьте оружие, Гольц! Портнов, откуда? Приехал на том же катере. Правда, капитана пришлось заменить. Сколько? Для меня дело чести. А честь твоя сколько? Я полагаю, не меньше, чем вознаграждение, назначенное за вас банком. Плюс дорожные расходы. Я 5 лет следовал за вами за свой счет. Так что поиздержался немножко. Этого хватит? А что это? Нет, дорогой Виктор Романович, дамскими журнальчиками вам от меня не отделаться, нет. Ах ты, тварь. Сейчас. Катя, сейчас, подожди. Катя, держись, Катюша, держись. Как хорошо. Тепло. Как в волшебном сне. Неужели ты донесешь меня до Санта-Катарины? Туда, наверное, 1000 шагов. Держись, Катюша. Держись, Катя. Постой, остановись, пожалуйста. Положи меня. Катюша, потерпи, сейчас, подожди. Подожди. Гражданин, мы закрыты. Мы не работаем. Гер, das ist nicht Arbeit. Schlössen, Schlössen. Паркопа, Closet, мужик, написано Closet. Мы не работаем.
А скажи-ка мне, брат-копатель, кто строит прочнее, чем каменщик, судостроитель и плотник? Кто строит прочнее, каменщик, судостроитель или плотник, спрашиваешь? Могу сказать. Ну, валяй. И можешь гулять. Да. Ну-ка. Сейчас скажу. Нет, не могу. Горле пересохло! Бим! Бимка, ты вернулся! Бим, ты вернулся! Бим, вернулся! За что же мне такое щедрое вознаграждение, милейший? Это тебе за талант.